Всем привет! И мы сегодня будем играть в Pascal's Mod. Ну, это не совсем такая... Но не совсем такая старая игра. Вот. Я у видеоблогеров. Я только что зашла, и что-то у меня пока что не грузит. У меня темы английские. Я не особо так в английском разбираюсь, вот. Сколько много тут это всего, таких новых прикольных вещичек. Ну, вы еще все увидите. Я у ютуберши кошки Ланы увидела эту игру. Вот. Давайте выбирать. Ну, ё-моё, давайте не по теме. Джинсы. Не-не-не. Как это снять? Можно на шапку одеть? А, вот, да, на шапку. Странно выглядит. Джинсы похожи не будем. Давайте юбку. Они что, не могут сделать подлиннее? Ну, давайте шортики. Ребят, что-то у меня вообще с этим не идет. Ладно, давайте хотя бы джинсы. Ну, как-то так пусть будет выглядеть. Можно тут переодевать? О, желтым. Угу. Мы можем на Switch нажать, и вот. Тут можно переодевающие. Ой, я еще и шапку случайно делаю. Давайте вот такой цвет. У куточки будет. Вот. Это почти белый. Извините, если кому-то не нравится. Это мой стиль. Ну, не мой. Но все давно. Ну, короче, мне нравится немножко, как получается. А, нет. Что-то у меня вообще не выходит что-то. Давайте юбку оденем. 21 секунда, господи! А я лысая вообще хожу. Давайте идемте. Где волосы? Как волосы выбирать? Во. Много причесок. Вот такие пусть будут. Без лица, ну так ладно. Ага. Извините, если будет как-то зависать. О, красивый костюм. То можно всякие позы, 10 боз есть. Ага. Вот оцениваем. Ну, мне что-то не нравится ее вот стиль. Ну, я тоже своему вообще два звездочка поставила бы. Или три. Ну, 3-4, может быть. 4 вряд ли. Ладно. Вот это у нас мандама-то. Ой, я забыла оценить. Я засмотрелась ее скин прикольный. И этот милый. Я думаю, на 4. Да. Ну, короче, как вы поняли, здесь это. Мы должны делать скины. Много есть таких игр вообще. Это я? А, нет, точно, это же не я. Ну вот, худочь. Я.
Это не я, в смысле это я. Это не я. Ну, это отличается от других. Типа старая мода. Мне вообще понравилась эта игра, потому что тут много всяких вещей. Да ё-моё, когда я буду? Много людей. Похоже, еще не скоро. Ё-моё, я людей забыл голосовать. Она, наверное, тоже забыла. Потому что я сказала, я забыла людей голосовать. Она такая, ага. Ладно. Ну, тут в чате многие общаются друг с другом. Есть англичане, есть русские. Классно. Очень прикольный скин. 4. Или 5. 4. Я буду вот так оценивать тебя. Ладно. Годка, типа она. Ладно, давайте это. Я выберу себе какую-то тему и буду по нему делать. А, это я. Это я. Такая маленькая юбка, господи. Мне даже немножко стыдновато стало. А, я посредняя. Ну, здесь нет меня. Давайте посмотрим, сколько у меня. У меня 17 звезд. Но это неплохо. Вот, да, мы здесь с этими одеждой остаемся. Это если хотим с ней остаться. Вот. А если на шляпку нажать, можно все снять. Я хочу себе какой-то другой скин. Попробовать сделать. Ну, это не бесплатно, конечно. Ну вот. О, можно вот так встать. Людям. Ладно. Ждем, когда раунд. 8 секунд осталось. Чё с ногой у меня шатается, господи. Это у кого больше всего звезд, а у меня всего 17. За этот раунд. Ну, классно. Ну, ладно. Короче, вот. Началась у нас игра. А, мы же тему не выбрали. Ну, давайте. Годка. Буду все черное делать. Это не мой самый любимый цвет, но все равно. Черт. Мне интересно просто, как у меня получится. О, девочка с черными волосами. Да. Не, я думаю, не эти все-таки. Нет, и не эти. Господи, у меня сколько волос. Давайте вот эти. Покрасим черный. Волосы другие мы снимем. О! Это сразу два вида волос. Одна, которая прямая, а другая волнистая. Ну, я думаю, неплохо выглядит. Не, я, наверное, все-таки прямую сниму. Во! Вообще шикарно.
Ага, давайте лицо. Мне тогда что-то лицо не сохранилось. Я понимаю. А как, чтобы сохранилось? А, надо нажать на эти. На картинку, которую ты хочешь. Ух. Господи. А, вот эти внизу платные. Получается. Ну, господи, только из этого надо выбирать. О, какое-то грустное. Давайте его. Ладно, давайте, может быть, как-то у нас нормально получится. Мне что-то вообще не получается это в этой игре одеваться. Эй, я куртку не брала. Серая куртка, сумка. Что еще? Печатки давайте. О, давайте, это не совсем такие черные. Ну, необычно так выглядит. Вот. Что еще одеть? Может, вот эту? Вообще странно выглядит. Давайте это снимем вот эту кофточку. Во. Получше хотя бы. Я бы еще что-то на голову. И джинсы странно смотрятся. Давайте джинсы снимем. То они вообще к этому не идут. Давайте черную юбку. У нас время заканчивается, ребята. Ребята. Господи, черная юбка. Ну ладно, пусть все равно это. Есть какие-то вот такие черные типа оттенки? Ну, я не знаю. Это, наверное, не совсем. О, вот так пусть будет. Ладно, пусть, что похоже. Меня даже как-то заинтересовали люди. Ладно, пусть. О, да. Я забыла, какая у кошки Ланы цвет кофты. А-а-а! Я поняла, они кошку Лану делают. Извините, что ролик получается какой-то скучный. Ага, давайте поставим ей 2. Несмотря на что она говорила не оценивать. Я потому что не оценила. Ладно. 5. Точно уверена, девочка? Люди сами решают.
Ну, необычный такой костюмчик. Что я еще могу сказать? Прикольно. Я ей не оценила. Господи. Ага. Вот у нас еще девчулька. Девчулька. Все время поза меняет. Ага. О, я... Ободок какой-то. Ладно. У девочки такие же волосы в доте вы, как и у меня, если не ошибаюсь. У нее лучше получилось. Я не последняя. Хотя бы что-то радует. Ладно. Ну, у девочки прикольный костюм. Но только мне рисовый. Лицо не нравится. Ладно, ставлю 3. Я снова забыла всех оценивать. Супер, Анжелика, супер. Вау, прикольно. Давайте я поставим 4. Ну, может быть, все-таки 3. Ладно, давайте 3. Пять. Да, девочка, 5. Ну, мне не нравится ее костюм. Прости, девочка. Ага. Тоже типа годка. Так у нее не все черное. Но многие были что-то черное. Вот, я ей поставлю 3. 3. Сейчас будет оценивание и снова меня нет. Ладно, я, наверное, плохо это здесь типа костюмы делаю. Давайте посмотрим, где я. Я... А где я? Погодите, я запуталась, а где я? Ой, господи. Ну, я дальше выхожу по своей комнате. Ну, я не знаю, сколько мне. Где-то есть с чем-то. Ну, вот. Ну, с девочкой чем-то похожи скины. Ну ладно, похоже, здесь местную моду не понимаю. А я не совсем в одном цвете делала, но я все равно в одном цвете делала. Ладно, давайте тебе белую. Давайте какое-то вот такое лицо. Оно немножко странноватое, но все равно. Белых лиц нет. Ага. Вот такую беленькую. Классно она будет выглядеть. Я оставлю, если что, какую-то одежду.
Может, я, наверное, что-то добавлю многим. Ага, белую. Я как будто на свадьбу собираюсь какую-то. Давайте вот здесь какой-то выберем. Давайте вот такой. А, не особо так видно, но все давно. Прикольно. Ага. Что нам бы сюда подошло? Давайте еще вот так. И печаточки белые. Выглядит странно. Ну да ладно. Снова они что ли кошку Лану делают? Ну ладно. Ноготочки, я думаю, ничего не буду делать с ними. И теперь волосы. Все заняли. Классно. Мое, 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 мое. На сердечко же нажимать. Мое, мое, мое. Да господи. Во! Я какой-то заняла. А это неудобно так смотреть. Ну ладно. А! Я случайно выпрыгнула. Господи, что у меня с волосами? Ладно, давайте сядем. Покрасим хотя бы как-то. Во, белый. У нас может быть какая-то бабушка получится, но все равно. Таким. Я понимаю, что это странно выглядит, но типа без команды прошлого века. Похоже, у меня ни одной какие-то странные скины. Сейчас я что-то у меня многих не нравятся скины. Давайте следующий цвет желтый. Давайте посмотрим, сколько сейчас время. Уже дорог длится. Ага. Скоро будет 24 минуты. Не знаю. Давайте сейчас голосование пройдет. Посмотрим, на каком я месте. И это. Будем заканчивать. Ладно. Если что, на меня не обижайтесь. Я ничего не хотела. Это не я вообще. Короче. Короче, короче, короче. А что, надо было желтый скин делать? А я на название вообще не смотрела. Если правда надо желтый-то делать. Там же много желтых было скинов. А я такая белая вся. Я вообще ела. Ой, не ела. Я вообще не ела. Я вообще white. White. White.
У девочки вообще все коричневое. Ну, почти. Ладно. Я ей ставлю 3. Это она со скином не совсем так постаралась вообще. А я думаю, че там все, чем? Почему там все желтые? А вот, а я такая белая, пушистая. Мы сегодня писали, это первый день зимы. Слава богу, что тему дали легкую. И вот, я матушка зима. Ну да. А я не знала. Мне бы так было написать 5 и все. И все мне бы 5 поставили. Ладно, я ей это 1. Ага. У девочки прикольный. И по теме. Мне на меня многие это мало проголосуют, потому что не по теме. Еще одна выпрашивает звезды. У тебя тоже будет 1 звезда. Написано на pink, а сама yellow. Классно. Угу. Лицо не подходит. Я проголосовать забыла. Надо было ей 2 звезды. Как будто... Вроде девочка, как будто какая-то богиня. Богиня, не знаю чего, не знаю кого. Все она обзывается. Блин, я не посмотрела. Да, мне поставили 16. Ну ладно, буду с этим скином прощаться. А, я на первом? Ой, я есть? Нет. Ну жаль. Ну, короче, и всем... Не, я не хочу, чтобы нога дергалась. И всем пока-пока.